Так, привет, друзья. Сейчас посмотрим. Посылочку откроем. С часиками, по идее. Чина пост. Шла дней 25 приблизительно. Откроем, посмотрим. Должны быть вроде женские часики. Так, прекрасно упакованы, как обычно. Да, неплохо выглядят. Беленькие такие. Аккуратненько достанем. Так, это металлический ремешок. По весу чувствуются такие нелегенькие. По толщине, ну, в принципе, не толстые, но и не самые тоненькие. В принципе, ничего. Опять я верхнюю ножку держу. Циферблат такой неплохой, красивый. Достаточно видно. Если зрение хорошее, то хорошо видно цифры все. Красивые стеклянные бриллиантики такие. Крутятся стрелочки. Нажимаем. Пошли. Эти с батарейкой пришли уже изначально. Но не будем ее садить. Не будут пока идти они у меня. Механизм, видим, простенький такой. Вот так вот раскрывается и удобно закрывается. Это, в принципе, удобный такой механизм, нормальный. В принципе, часики нелегкие. Ну, вот я другие металлические заказывал, были, конечно, намного тяжелее. Эти еще нормально. Ну, смотрится красиво. Вот этот белый, он как мрамор, смотрится как керамика. Красиво достаточно. Ну, в общем, вот такие вот недорогие часики. Оставлю ссылочку на них. Поэтому, кому понравились, заказывайте. Подписывайтесь на мой канал. Много-много будет еще очень интересных обзоров. До встречи.